Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хочу вам предложить еще одну новую закуску. 2023 год – год кролика, поэтому порадуем его и приготовим закуску – морковку. Готовится она очень просто и не потребует много времени. А пока хочу напомнить, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления нам понадобится слоеное бездрожжевое тесто, корейская морковь, копченая курица, творожный сыр, майонез, листовой салат. Начнем готовить. Слоеное бездрожжевое тесто размораживаем и немного раскатываем. Нарезаем тесто полосками 1,5-2 см шириной. Для выпечки основы я использую формочки в виде рожков. Наматываем на них тесто. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут. Приготовим начинку. Копченую курицу нарезаем небольшими кусочками и закладываем в блендер. Добавляем к ней корейскую морковку и хорошо измельчаем. Можно добавить 1-2 столовые ложки майонеза. Это дело вкуса. Готовую паштетную массу выкладываем в миску. Добавляем к ней творожный сыр и хорошо вымешиваем. Начиняем слоеные рожки готовой массой. Используем для удобства кондитерский мешок. Украшаем рожки зеленым салатом. Вот такие у нас получились морковки. Я еще использую для украшения пищевой краситель, но это не обязательно, это опять же дело вкуса. Наша закуска готова. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита и хороших новогодних праздников!